Вот, подъезжая к даче, хотел вам этот переход показать со своей работы. Тут вот дорога. Потом мы здесь открываем. Это одна половина бана, да? Где лошади скачут. А это у нас другая половина. И тут потом мы эту дорогу землей засыпаем и закрываем, чтобы машины не проезжали. Моя дача находится возле Ренбана. Считается, когда скачки идут, то я могу в любое время туда пойти, хотя бы я и работаю здесь. Находится название гольф-клуб. Здесь гольф играет по этой стороне. Он сильно большой, он прям в город туда уходит по кругу на. У нас кроты здесь понарывали. Там тоже небольшой тайх есть. Но они, когда гольф играют, кто не умеет играть, все шары там под водой находятся. Вот это продолжение банана. Тут мое старое дерево, которое мы в этом году резали, я рассказывал. Еще одна она валяется, она еще надо все это будет убирать. Сейчас посмотрим, что там мои уточки делают. Тут они гольф играют. Здесь трава большая, а вот там. А там ристик такая мелкая, она специальным таким трактором режет ее. Сейчас я вам немножко покажу. Вот этот тайх, про который я говорил. Рыба, я не знаю, здесь есть или нет. Я не пробовал, что здесь рыбачить. А вот тут вот, смотрите, как скошено. Как будто тепик постелили. Тут делают они такие дырки, чтобы туда воздух заходил, чтобы хорошо трава росла специальным гаретом. И посыпают дюнер. Ну, сейчас она не очень так зеленая, а летом вообще классно выглядит. Вон уже мои гуси орут. Эти флажки ставят, я не знаю, это, наверное, бренд. Потом по всему пляцу вот такие вот регнеры стоят. И они поливают, чтобы трава всегда была зелененькая. Смотрите, какие горы. Классно выглядит. Летом, конечно, вообще красиво выглядит. Соседа баранов. Сюда только приезжаете, иногда кормите. Мне кажется, он их выращивает, а потом продает. О,
вот тоже тайх заполнился. С гор вода идет. Да, да, да. Сейчас приду. Вот тоже кроты здесь понарывали. Ужасно. Ну, смотрите, какие здоровые. Ужас какой-то. Ну ничего, он потом трактором все разровняет. Сейчас-то она не мешает. Вон лежит один. И барашка. Вот что-то их мало стало. Они там еще есть. О, маленький идет. Они бегут и думают, я им кушать буду давать. Но хозяин приятно кормит. Один вон спит, жует. Здесь еще один тайх. Их, короче, 3 штука. Здесь красноперка в нем есть. И вот с каждого тайха переливается вода через трубы и попадает на мой тайх. Как я уже рассказывал, слив есть, она, вода никогда не застаивается. Он какой полный, она. Вода не застаивается, она уходит. Вон мои уже стоят, утки, буси ждут, когда я уже подойду их кормить. Да, 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 да. Сейчас мои красивые. Сейчас. Сейчас я вас накормлю. Хлебушка с собой взял. Хлебушка. На, держи. Держи. Иди сюда, моя красивая. Нюта уншура. Держи. А вы что так завидно смотрите? Сейчас я вам тоже дам. Тоже дам, да. Бояться немножко. Ничего, я сейчас отойду. Держи. Воды полно. Бывало лето такое сухое было, воды вообще почти не было. Ну вот такое небольшое видео я сделал. Кому нравится, ставьте лайки. До скорой встречи. Всем пока.